Приветствую всех любителей шахмат. Меня зовут Александр Давидчик, и сегодня я уже по традиции проведу новогоднюю викторину. Сегодняшним гостем у меня будет международный мастер и по совместительству чемпион группы шахматный Феникс Никита Петров. Всем добрый вечер. Для тех, кто не помнит, напомню правила. Есть 10 вопросов, 3 дополнительных, и Никита будет считаться победителем, если он ответит на 9 вопросов. Ну, по сути, нужно ответить на 9 вопросов из 13. Довольно сурово. Ну, в прошлый раз так уж получилось, что ты сумел ответить, по сути, на 12 вопросов из 13. Даже на 13 из 14, потому что был дополнительный бонусный вопрос. Поэтому сегодня я подготовился более основательно и надеюсь, что я все-таки возьму реванш. Да, уверен, что будет очень сложно мне.